Здравствуйте, меня зовут Александра, и сегодня я бы хотела рассказать вам небольшой обзор об обучении в Дубае. Сейчас мы находимся в одном из кампусов, он называется Knowledge Village, где сосредоточено несколько университетов. Zayed University, Australian University in Dubai и Middlesex University. Этот кампус состоит из нескольких блоков, от 1 до 15. Вот, все они находятся в одном месте, и каждый университет предоставляет свои программы по Undergraduate и Postgraduate. Я являюсь студенткой Postgraduate программ и делаю Master of Strategic Marketing в Australian University. Второй кампус в Дубае находится в International Academic City. Это немножечко подальше и занимает примерно 15-20 минут, если мы будем добираться из этого кампуса, который называется еще раз Knowledge Village, на машине. Сейчас, уважаемые зрители, мы находимся внутри самого университетского городка, где вы можете видеть и студентов, и как располагаются здания университета между собой. Ну, именно здесь. Хотелось бы отметить, что каждый университет имеет свои общежития. Например, Australian University, общежитие находится в районе Discovery Gardens. Вы можете доехать до этого района на автобусе, который также ходит от университета до общежития напрямую. Автобус предоставляется бесплатно. Также каждые 10 минут от университета ходит автобус до ближайшей станции метро. Общежития являются, к сожалению, платными, и они делятся между мужским и женским, как вы знаете, как здесь принято в Дубае. И стоимость размещения в общежитии составляет примерно 13 тысяч дирхам на двоих. То есть вы делите эту стоимость на двоих с вашим сожителем. Мое обучение здесь началось 2 недели назад, и я уже посетила 8 лекций, то есть у меня 4 занятия в неделю. Я бы вам хотела рассказать, как происходят сами уроки и лекции. Лекции в среднем длятся по 3 часа, и так как я являюсь студентом Postgraduate программ, мое обучение начинается с 6 вечера и заканчивается в 9 вечера. Как проходят сами занятия? Вся информация о лекции и о теме лекции, и сама презентация, которую показывает профессор, находится на информационном портале. Особое внимание хотелось бы уделить информационным порталам. Являясь студентом университетов в Дубае, вам будут выданы несколько паролей и кодов для входа в информационные порталы, на которых хранится вся информация о вашей выбранной программе, о том, какие книжки вам необходимо прочитать, о том, в какое время проводятся консультации и об изменениях в расписании. В сравнении с Россией, когда вот я училась в Челябинске и закончила 2 образования, нам приходилось подходить в деканат, узнавать все изменения, узнавать расписание экзаменов и всю необходимую информацию, проводить консультации. Также в деканате в Дубае все проводится удаленно, через информационный портал. Вам приходят письма с ссылками, с рекомендациями, с назначениями от профессора, имейлы, то есть на этом информационном портале вы получаете всю необходимую информацию о вашем обучении. От ваших, не знаю, от лекций, об изменениях, которые там происходят, до тем, плюс вы получаете всю информацию в электронном виде. То есть у вас есть возможность подготовиться к лекции заранее, может быть, подготовить какие-то вопросы, и если вы пропустили лекцию, вы можете к ней легко вернуться, зайти в этот информационный портал. Также на этом информационном портале хранятся очень много электронных ресурсов и источников, то есть вы можете подчеркнуть какие-то дополнительные знания, и ваши профессора это оценят. Отдельное внимание на уроках уделяется групповым работам, то есть в основном ваше обучение будет происходить в группах. То есть вы можете делать, так как я изучаю маркетинг, мы проводим в группах маркетинговые исследования, делаем проекты по реализации, программ продвижения, по сегментированию. То есть в индивидуальной работе уделяется очень малое внимание, поскольку все-таки, в моем случае маркетинг – это групповая работа и подразумевает работу в команде. То есть этому здесь учат. Например, одна из моих работ будущих будет посвящена маркетинговому исследованию одного из отелей в Дубае. То есть, скорее всего, мы выберем отель «Westin». Наша группа будет состоять из 4 человек, и основной задачей будет посещение отдела маркетинга в этой компании. То есть мы будем обязаны фиксировать время посещения того человека, с которым мы будем разговаривать из отдела маркетинга, и фиксировать информацию, которую он нам будет говорить. После всего этого мы будем проводить маркетинговый анализ, смотреть, есть ли у них какие есть плюсы, какие есть недоработки, и составлять наши рекомендации.
каждой лекции каждый профессор готовит презентацию, которую впоследствии он выкладывает на информационный портал. То есть очень многие студенты заранее распечатывают презентацию и не пишут лекцию, как мы пишем обычно вот в России, а приносят с собой уже распечатанную презентацию и делают на своих листочках уже делают пометки и записывают какие-то примеры, которые говорит профессор. И где-то какие-то замечания и комментарии, которые могут быть. Также на первом занятии, на каждом предмете вам будет выдаваться особый лист. Он очень важный, где будет написана каждая тема, то есть весь период обучения будет разбит по неделям. Каждая неделя будет посвящена определенной теме. То есть вы можете знать, допустим, знаю, какую тему я буду проходить в следующем месяце, к примеру. Это очень удобно. Также это помимо тем, в этом расписании вы можете найти тогда, когда будут происходить экзамены, серединные экзамены, когда будут происходить зачеты, контрольные точки, какие работы вам будут выдаваться, допустим, через 2 недели. Это очень хорошо для студентов и позволяет для тех людей, которые совмещают учебу с работой, скооперировать свое время и выделить дни, для которых они посвятят только учебе, а какие они посвятят только работе. Сейчас я вам хотела рассказать о тех материалах, которые я ношу с собой на пары, и те, которые мне уже выдавали. То есть вот моя тетрадка, в которой я записываю лекции. Она у меня общая и сразу нескольким предметам посвящена, потому что это удобно. Так как все, как уже повторюсь, что все лекции есть в электронном виде, то есть я делаю просто пометки для себя, но, как видите, они значительные. Хотелось бы вам показать те документы, которые нам выдавали профессора на лекциях. Вот. Примерно вот такую бумажку вы можете получить на первом занятии, где здесь написано название вашего предмета, код вашего предмета, имя вашего профессора, где его можно найти, когда у него консультации, описание самого предмета. Дальше есть расписание полностью всего предмета, в какой день вы будете иметь какую тему, то есть что будет раскрываться, какие темы, какие вопросы будут раскрываться в данный конкретный день. Самая важная часть этого документа – это перечень книг, которые обязательны к прочтению и которые рекомендуются к прочтению. Также самое важное для студентов – это является assessment. Это те контрольные точки, с которыми вы будете встречаться в течение всего семестра. То есть есть точки, которым нужно придать большее значение, да, то есть которые стоят 10 баллов и будут являться определяющими для решения вашей оценки. А есть те, которые просто необходимо выполнить, и вы можете сделать их, например, заранее и сдать заранее, чтобы получить тоже высокий балл. Отдельное внимание заслуживает система оценок и поощрения студентов. Вот я являюсь Excellent Student, и мой университет предоставил мне скидку 30% на всю программу обучения. Но в случае того, если я буду подтверждать свои знания, что я буду учиться также на 5 на протяжении всей программы обучения, в противном случае эту скидку они аннулируют. Как происходит оценивание студентов? Все оценивается в баллах и в процентах. То есть, как вы знаете, международная система предполагает оценки A, B, C, D. A – это 5, B – 4, C – это 3 и так далее. Самый минимальный процент, который вы должны набрать, это 50%. Это означает, что вы просто усвоили материал и готовы к дальнейшему образованию. Каждая оценка также имеет свои, они называют это grades, то есть процентное соотношение. Каждая оценка имеет свои шкалы. К примеру, оценку A вы можете получить, выполнив 85, от 85 до 100% всей программы обучения и всех заданий. Как это все оценивается? Так как в основном вся работа происходит в группах, вы должны фиксировать в каждом проекте ту работу, которую вы сделали лично. То есть есть специальные блоки, где вы разделяете, то есть, допустим, что вот данную часть, там первую часть ведения вы сделали именно вы. То есть вы получаете оценку как за индивидуальную работу в группе, так и за общую работу группы. То есть все это суммируется, и потом вы получаете общий балл. Профессора предупреждают на лекциях, что необходимо приносить с собой учебники и все пособия только в переплете. Они запрещают появляться на лекциях с распечатанными материалами. Существует федеральный закон в Арабских Эмиратах, который
гласит об авторском праве. То есть профессора не могут гарантировать, что распечатанная книга в электронном виде является оригиналом, и вся информация в ней верна и соответствует оригиналу документа. Поэтому, появляясь в университете, вы можете увидеть студентов только с книжками в переплете. В противном случае их просто не допустят на лекцию. Особое внимание профессора стараются уделить посещению библиотек. То есть помимо того, что вы должны читать дома и читать сами, вы должны посещать библиотеки, где хранятся различные публикации, статьи. То есть это схоже с образованием в России, но здесь этому придают очень большое значение, и это влияет на вашу оценку. К сожалению, книги нельзя выносить из библиотек, но вы можете делать копии, которыми вы можете пользоваться дома, допустим, для вашей научной работы. Книги для обучения по каждому предмету вы можете купить в специальном магазине, он есть в каждом университете, но это вы покупаете уже сами. Минимум на один предмет одна книга. Средняя цена книги составляет примерно 200-300 дирхам. Но эти книги пригодятся вам потом и в дальнейшем обучении. То есть очень часто бывает такое, что по разным предметам одна книжка может совпадать, и одну, допустим, вы покупаете дополнительно. В завершение своего видеосюжета мне бы хотелось сказать, что век живи, век учись. Поэтому обучение является, конечно, неотъемлемой частью нашей жизни при достижении наших целей. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы ваши цели, они были определенными, и если вам для достижения вашей цели необходимо обучение, я с гордостью буду рекомендовать вам обучение в Дубае, потому что оно является очень интересным, очень продуктивным, и я уверена в том, что оно поспособствует вам в достижении вашей цели. С вами была Александра. Желаю вам успехов в вашем обучении. Специально для проекта InDubai. До скорых встреч!